Всем привет, ребят, с вами канал PS4 Xbox One Russia, с вами Илья и Александр на связи. Вот, и хотим... Санёк. Хотели начать... Горячие новости у нас тут. Да-да-да, вообще просто горяченные. Оказывается... Не очень хорошие, конечно. Ну да, но зато новости большие. Огромный ажиотаж, вы, наверное, сами слышали, знаете, читали в новостях по поводу PlayStation 5, предзаказа. В итоге предзаказ везде практически разобрали... Вообще везде разобрали. Мы вот по горячим следам для вас буквально вот нашли магазины, где можно ее сейчас, вот прямо сейчас, прям бегите, заказывайте. Ссылки будут, естественно, в описании. Заказывайте, иначе все. Вот не достанется консоль, а вторая волна хз когда. То есть она может быть и через 2, ну, условно, через 4, там, 5-6 месяцев. Не понятно, что с этим коронавирусом будет. В декабре, в январе. Да, или в феврале и так далее. Может, вы вообще еще полгода ее не увидите. Только на ютубчике. И у нас, естественно. У нас все будет. На консоль, распаковка, все будет. Да, поэтому подписывайтесь. Да, подписывайтесь на канал. Мы уже сделали предзаказ, успели вот вообще вчера буквально вообще весь день через мобильное приложение в видео. Я сделал предзаказ вот вчера и видео. Кто не смотрел, можете посмотреть предыдущее видео. Будет, как мы делали предзаказ. По поводу NVIDIA, вот как раз у меня сайт открыт. То есть ни консоль, ни обычная PlayStation 5, ни Digital Edition, видите, недоступна. Как на официальных источниках было сказано от NVIDIA, на ВКонтакте у них группа есть официальная, что консоли были распроданы вчера. То есть сегодня с утра буквально было парочку Digital, в 7 часов утра писали люди, что буквально там кто не успел, покупайте. Ну, в итоге, кто купил, как говорится, тот молодец. Вот, соответственно... Но ссылку мы все равно оставим. Да, ссылку мы оставим, да. Да. Периодически заходить, проверять. Да, да. То есть тут есть такая опция, то есть можно добавить, соответственно, вот тут, то есть вот в избранное добавить и оповестить, да, посмотреть, ну, то есть оповещение можно поставить, чтобы вам пришло на e-mail. Вот, но один из интересов, вот, кстати, магазин, один из которых мы подобрали для вас, это в сборку, что входит, ссылка будет в описании. Тут было доступно и одна, и вторая PlayStation, да, то есть это обычная Digital Edition. Но и что здесь круто, здесь была акция 5% покупка кэшбэк по карте All Games. То есть, если нет, вы еще... это не акция, это стандартный кэшбэк. Типа, если покупать с карты All Games на их сайте интерес, то вернется 5% кэшбэка по кредитке. А это сколько? Это сколько получается? Давай сразу людям скажем в рублях. Это, ну, если 5%, да, то с покупки цифровой версии консоли, которая 38 тысяч стоит, это уже 1900 баллов All Games, то есть 1900 рублей. Да. То есть это 1900 рублей, а с дороже, про, да. Про вот это с дисководом, да. Так, сейчас я посчитаю, блин. Надо буквально секундочка. Так, 46, она сколько она стоит? Она стоит 45, ну 46, считай 46. Так, и 46. Так. Ну, удиви нас. Это 2300 баллов. Ну, то есть 2300 рублей вы получите на будущую покупку. То есть возвращается на карту All Games, да, при покупке через 11 интерес. То есть, по сути, вы эти баллы можете в PS Store, PSN, да, купить игру за эти деньги и за бесплатно просто ее компенсировать, и все. То есть за 2000 там будет игра, я уверен. Да, PlayStation Plus подписка, да, то есть для вас будет полностью бесплатно. Или пульт купить для плойки. Да, пульт вообще важен, конечно. Пульт бесплатный, это вообще топ. Короче, вот вы поняли. У самого один из интересов есть еще акция. Расскажи, Илюх, про нее. Ну, акция, соответственно, ну это она работала, когда можно было комплект предзаказа купить. Вот. Там разыгрывалось среди покупавшим и выкупивших через 14 дней, в течение 14 дней, да, вам 10 тысяч рандомным 10 людям переводилось 10 тысяч, ну, в баллов 1С. А я так понимаю, у них тоже, да, 1 балл, 1 рубль. У них есть своя, собственно, фирменная карта бонусная, и вот туда бы зачислились бонусы. То есть...
среди некоторых, кому повезет, были бы начислены бонусы. Вот. Но вы можете также переходить по ссылке, которую мы оставим под видео, да, под этим, и проверять, есть ли сейчас у них в наличии этот предзаказ. И да, если он есть, то я так понимаю, что вы тоже примете участие в этом розыгрыше. Да, вот тут видите обязательно, что для оформления предзаказа на консоль необходимо приобрести комплект предварительного заказа. То есть нажимаете, видите, тут упс, ошибка 404. То есть все. У них уже кончились они, да, видимо. Вот. И дальше в следующем магазине, который мы хотим сказать, Game Park, тоже прикольный магазин, специализирующий на технике цифровой, это игры для консолей, для компьютеров, и для Xbox, и все. И вот видите, тут и Switch продается, Xbox One, вообще все. Тут даже комиксы, сувениры, ну крутой магазин, то есть тут есть доставка по Питеру, Москва и регионы. Тут, соответственно, тоже вот осталось тоже PlayStation 5, но ее, если вот внести предоплату, тут, видите, я вот пробовал, тут нельзя, то есть он пишет, вернее, можно сделать, только тут он, видите, пишет, что текущий заказ состоит только из позиции со статусом предзаказа и будет предоставлен оплату вам позже. То есть они тоже исчерпали лимит предзаказов, да, то есть, который выделила Sony. Вот, и у них тоже кончились, поэтому они тоже, вы можете сделать предзаказ, то есть оставить свои данные, и вам придет, ну, оповещение на почту, что, типа, появился, давай покупай. Вот, поэтому да. Тут, кстати, версия... Иногда тоже можно заходить проверять. Кстати, тут только одна версия, которая с диском, с дисководом. Почему-то второй версии нету. Вот, ну, тоже, как бы, тоже есть, можете вот тоже здесь купить. Дальше, и последний, на самый сок вам, на последний остаток, где он есть еще, PlayStation, торопитесь, просто да, реально, там, ребята. Да, там, где сейчас прям можно заказать. Да, Эльдорадо, ну, реально, вот она, консоль, то есть можно оформить предзаказ, 45 990, осталось мало, видите, ребят, ну вот просто мы сейчас выложим видос и прям бегите покупать. Еще осталось. Да, еще осталось, то есть можно вот нажать оформить предзаказ, то есть я, пожалуйста, вот, то есть, пожалуйста, я могу его оформить. То есть осталось мало, ребят, то есть, ну, буквально кто успеет сделать предзаказ. Но это именно на диске. Нет, это не на диске, это да, диском, да, диском. Digital уже не продается. Все, они уже исчерпали лимит на диджитал. Да, к сожалению. То есть, это, кстати, к слову о том, что больше спросом пользуются, да, ребят? Вот уже мир готов полностью перейти на цифру, готов. Уже, мне кажется, в итоге Sony продаст в эквиваленте больше digital версий, чем с дисководом все будут покупать. Потому что реально это намного удобней. Вы пришли, все загрузили. Ну, да. Не нужно бегать по магазинам, искать эти диски. Диски царапаются, сами знаете. Там их потерять можно и так далее. Но видео сейчас не об этом, если честно. Да. Поэтому да, то есть заказывайте здесь, на Эльдорадо, кто еще думает, там решайтесь, потому что у вас осталось реально, ну, может быть, даже и меньше часа. То есть вот осталось мало, красный тут горит, то есть, ну, бегите, покупайте по нашим ссылкам, то есть, чтобы вы не искали, там ссылки в описании будут, повторимся. Также ссылки на оформление карты All Games тоже будут в описании, то есть перед покупкой вам бы по-хорошему ее бы оформить, конечно, вот, из карты All Games купить. Ну, да. Чтобы вам и бесплатно, ты же PlayStation Plus подписка досталась. Вот. То есть вы могли уже применить где-нибудь свои баллы. А они вам точно понадобятся, потому что на игры, ну, вы будете явно покупать игры на PlayStation. И игры будут явно дороже, да, чем на четвертую плойку. Угу. То есть в среднем чек там будет 5000. То есть 5000 сколько у нас с PSN идет процентов? Если кредитная. По кредитке 5%. Вот. С 5000 5%. Сколько это? Это 250 баллов. Ну, 250 баллов. Вот представляете, вот сколько вы игр будете покупать? Ну, то есть в месяц, ну, наверное, пару игр вы купите. То есть это уже сколько это получается? 500. 500 баллов уже у вас будет каждый месяц. Два месяца, ну, да. 1000. То есть за 1000 вы уже какую-то следующую игру бесплатно можете купить. А пока PIF 4... Ну, это еще помимо того, что вы просто пользуетесь картой и купите... Да, 1% получаете, да, кстати, оплачивая по карте. Вот. Поэтому, ребят, суперское предложение сейчас. Вот здесь сейчас покупайте ее. Кто вот сейчас смотрит это видео, не думайте. Потому что непонятно, когда будет следующая партия. Sony об этом, естественно, не говорит. Магазины об этом не знают, когда будет следующая партия. Вот.
Вот, ребят, вот. Ладно, надо уже выкладывать это видео, да, пока. Да, да, то все, да, 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 все не разобрали, чтобы у вас это было актуально. Все, всем пока, ребят. До новых встреч. Обязательно подписывайтесь на канал. Да, оформляйте, переходите по ссылкам. У нас еще будет карту. Несколько видео интересных выходить. Да, да, да. Все, всем пока. Все, делайте предзаказ быстрее, ребят. Все, давайте. Так, пока-пока. Пока.